Привет-привет! В последних видеообзорах мы знакомили вас с нашими обновленными обучающими наборами роботов, как то дроидик, квадропед, манипулятор и малыш. Однако, по мере выхода обзоров, нам поступало много вопросов такого рода. А что, если мы не готовы начинать свое знакомство с радиоэлектроникой и платформой Arduino с создания роботов? А вот есть у вас такой набор, который рассчитан на, ну вот на совсем-совсем новичков? Друзья, отвечаем. Среди широкого выбора наших наборов, конечно, есть и такой. Представляем вам наш обучающий набор по Arduino, который мы также обновили и выпустили в двух вариантах. Один имеет в комплекте оригинальную плату Arduino Uno, а в другом вы найдете Piranha Uno, полностью аналогичную Arduino Uno плату, но созданную и выпускаемую нашей компанией в России. В остальном наборы полностью идентичны, так что, как всегда, мы оставляем за вами право выбора. Но давайте уже перейдем к самой начинке набора. Внутри просто изобилие. Как мы уже говорили, оба набора абсолютно идентичны, но в один из них входит плата Arduino Uno, а в другой Piranha Uno. Красочная и подробная книга с уроками и проектами. Набор радиоэлементов, полный список которых вы найдете на странице описания набора. Связка проводов для подключения всех элементов. Макетная плата, которая вам понадобится для выполнения уроков и опытов. USB кабель, шпаргалка, LCD дисплей, флешка со скетчами ко всем урокам и проектам. Мы уже сказали о том, что на странице описания данного набора вы найдете список элементов, но помимо этого, там же вы найдете подробное видео ко всем заданиям из книги. Ссылку на страницу наборов мы оставим в описании под видео. Что ж, давайте посмотрим, что же нас ждет в процессе прохождения набора. В книге вас ждет 20 захватывающих уроков и 5 полноценных проектов. Все они позволят вам по окончании книги чувствовать себя довольно уверенно в своих будущих проектах. Да и те роботы, о которых мы говорили в самом начале, всегда будут рады с вами познакомиться. Ну и давайте для примера соберем проект номер 2. В целом, данный набор позволит не только изучить программирование микроконтроллеров, но также действительно даст возможность узнать и научиться работать с базовыми и не только радиодеталями, с которыми вы будете иметь дело в дальнейших как сторонних, так и, конечно же, в своих проектах. Следите за обновлениями на канале, для чего жмите лайк, подписаться и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Свежие новости о новинках, проектах и многом другом вы всегда найдете на нашем сайте или в нашем телеграм-канале, ссылку на который мы, как всегда, оставим в описании под видео. Всем пока!